денег. Ты чё, бледный такой? Чё-то как? Это не какой-то инсульт или инфаркт? Что? Чего? Что? Блин. Я говорю, у тебя у родных постоянно с сердцем какие-то проблемы. Тебе нужно вообще за сердцем следить. Сколько? 34,5. А может, маме твоей надо позвонить? Или скорую? Да полежу, все пройдет. Не в смысле полежишь? Ты что, дебил? Вообще сердцем не шутят. Где телефон мой? Я не поняла, телефон-то где? Где мой телефон? А это что еще такое?